нам в гости приехали ребята из Иславля, Сергей, Андрей и Паша. Напросились они, чтобы мы показали им наши молодеческие эндуро-пространства, что мы с удовольствием и сделали. Было очень весело, а что конкретно было, смотрите в этом видео. Вот это место, куда мы приехали, у нас называется Зеленкой. Это часть нашей эндуро-трассы с небольшими горками, с двумя заездами. Здесь довольно прикольно зимой, когда скользко становится. Вот. Ну и так в целом для воздушек здесь такие лайтовые, ну не лайтовые, нормальные горочки для, конечно, водянок и двухтактников. Конечно, здесь делать особо нечего. Зачет! Газу! Газу! Давай! Газу! Пошел! Курва! Оп! Блядь, заехал! Ну тут разрыли ямину тоже. Читер! Этот небольшой карьерчик интересен тем, что здесь довольно такие траектории интересные. Они не очень крутые, но есть где-то корни, где-то более крутые горки. И хорошо даже для водянок тренировать именно вот заезжание таких вот горок, когда меняется резко уклон со спуска на подъем. Вот. Карьер этот называется, не знаю, карьер с домиком, там шалаш построен, дети либо какие-то шаманы построили. А также там на первой горке, где заезжаем, там с левой стороны небольшая могилка выкопана специально походу под гроб. Горка, что ты прикалываешься? На Саревах уже был. Это не показатель. Газу в стойке поехал! Газу! Опа! Там корень. Газу! Шурик, тебя унизили сейчас только что на ЗИДе. Да ничего, я к этому нормально. Я привык, да. Видишь, он газу дал и залетел. То попробуй. Попробую.
Не надо держаться за руль, отпускай хай летить. Заехал, молодец. Да вверх уже не затянешь, то вниз там. А чё ты валяешься? Чё ты валяешься? Страшно стал! У него ж сцепление-то такое, бля. Как у скутера. Хер поймешь, что там. Извините! Вот это вот соседний карьер возле нашего основного. Здесь он интересен тем, что здесь есть четырехступенчатые горки, которые, в принципе, еще заезжаемые. Потом есть горочка интересная с двумя ступеньками, которую я периодически заезжаю. Ну, вроде сейчас уже научился заезжать, которая самая сложная, техничная. Ну и так, в принципе, есть горки для всех мотоциклов. Но они более такие крутые, поэтому сюда уже интересно заезжать на более мощном мотоцикле и с хорошей довольно техникой езды. А тут надо не прыгать, тут надо газовать и потом вот, вот тут вот уже открываться, и ты залетаешь. Правильно, у тебя хватает как и заехать туда, а у нас нет. Ну ты даже не газуешь, ты должен здесь открыться. Ты хотя бы до туда доедешь. Пробовать же надо учиться. А газом? Ну, можно и так было, да? Ты хотел с разворотом, как кроссмены, блядь, боком, да? Повезли! Yeah.
хотел, чтобы там между деревом и корнями. А я в этот стук тоже был, чуть не въебался. Катались. А я еще переживал, думаю, ебаный в рот, так поздно приехали. Это ж, блядь, так мало пай катались. Да как ты, не понял, ты пизда мопед? Левой частью или что? Блядь, это что-то да. Прикольно. Вот кинуло туда, я не видел, как он гибался. Ну ладно. Сделал? Сделал. Что, поломала направляющая, да? Нет, там отломало вон самокрепление. Зурай, так он отломало кусок направляющего. Заехал! Отмазка. Пора заканчивать. На магазин. Знаете, чем у заславских ребят закончилась эта эндуро-покатушка? Я думаю, многие догадываются, они попросили показать фотографии и вставить видео. Без каких-нибудь особенных затрат
создан этот самогонный аппарат, а приносит он, друзья, доход, между прочим, круглый год.